футболом я как бы начал заниматься, когда пошел первый класс в школу. Там тренер приходил, набирал футболистов. Ну, кто хочет заниматься футболом, я сразу как-то пошел, и с этого все и началось. Это была школа Билкарда изначально. Там забирали Билкард, я пошел в Билкард. Когда уже забрали, там уже постарше был. Потом я футбол бросил, пробовал себя в других сферах. Там на плавание пошел, на рукопашный бой. Ну, все ребята в плавании прыгали с этих с бортиков. Я думаю, ну что, я не могу спрыгнуть. Спрыгнул, чуть не утонул. И после этого воды боюсь. И, ну, вот, плавать до сих пор не умею. Но там не задалось, и решил, что футбол это мое. И пошел уже в Неман. И там уже как все сложилось. Сдюшор, Неман, дубль, основа. Ну, решение недолго принимал, и как бы уже был опыт, играл в арендах в других городах, как бы, конечно, с дома, везде хорошо, но дома лучше всегда, как бы, ну, решение сразу принял, город футбольный, стадион хороший. В детско-юношеском футболе я был нападающим, под нападающим, а потом, когда уже пришел в Неман, то тренер начал меня использовать с краю, и все, и с этого момента я играю с краю. Ну, комфортнее, наверное, больше всего слева играть, я думаю, ну, могу и справа, как бы, не принципиально. Нет, я не грубый игрок. Ну, не, ну могу вспылить. Эмоции все-таки, что футбол такой вид спорта, что эмоциональный. Могу где-то вспылить. Ну, а так, вроде, стараюсь контролировать свои эмоции. Ну, этап карьеры, наверное, я назову, когда я играл в Граните, это 17-й год у нас там, ну, много ребят было с Гродно, там хорошо играли. Ну, и думаю, когда дебютировал в высшей лиге, это хороший этап. Ну, вот эти 2-3 года в Немане, ну, хороший опыт для меня. Конечно, всегда запоминается первый гол высшей лиги. Ислачи забил, вышел на замену и забил. Ну и матч с Гомелем дома, и Гомелю когда забил. Ну, разница, я думаю, что есть, но несущественная, потому что я считаю, что в высшей лиге все команды дают тебе играть, и они сами играют. А в первой лиге так больше какие-то команды, конечно, ну, выделяются, а так в основном тут много надо работать. Ребят знал, там, словно Арсения знал, мы в юношескую сборную привлекались раньше. Ну и так, с Капуновым играл тоже в аренде, в Барановичах, так что пересекались с многими. Васьков был в Гродно тоже, поэтому так, адаптация, я думаю, нормально пройдет. С Квашуком в Гродно был, да. Сидеть в интернете. Компьютерные игры можно? Не играю. Карты там все? Нет? Карты тоже не играю. Только интернет? Ну, в интернете прогуляться могу. Ну, в плане, ну, футбольный, сразу видно, что команда находится не в своем дивизионе и не на своем месте сейчас. Так что, ну, она должна играть в высшей лиге. Так, поля тут хорошие, главное поле отличное. А город хороший, большой, но еще пока таких не было еще в центре. Так, парк знаю, что хороший тут есть. Как-то был, заходил туда. А так? Пока еще будем присматриваться.